заниматься, помимо дворянского, городским сообществом, городским и сельским обществом. У него все были манифесты так вот. Царь так обращался? Да. Конкретно какой? Какой царь? Любой. Один? Романов. Все цари? Местное самоуправление, краеугольный камень любого государства. Это твой тезис? Да, абсолютно. А как тебя зовут-то хоть? Все тебе сообщи. Мальчишка, парочку слов, ну каких-нибудь. На вайнеры побежишь, поди. Уже там. Все-таки ваши слова были бы очень весомы. Чего они? Ну, за царя и за батюшку только и могут. Что за царя-то? Ты же местное самоуправление. А, вы не за царя. Местные... Так а почему, какая разница? Царь там, а самоуправление здесь, вот и все. Еще покажи раз, где царь. В общем, да. А? Чего? Прав, говорю. Слушай, сядь. Местное самоуправление – это великая вещь. Оно, местное самоуправление, было всегда. Конечно. А какая община не будет, так что? Вообще, конечно, что за дела-то? Община, то есть мы за общину? Конечно. Мы против атомизации общества. Да. А община, как ты понимаешь, она сама должна выбирать себе как бы старосту. Своего человека. Это наш русский путь? Это всехний путь, извиняюсь. Только немцы старост назначали. Своего человека, это тоже. Я тебе слоганов-то накидаю, давай это как-то монетизируй. Спасибо.